Эй, на связи Виталий Старк, и это новая серия на проекте Black Russia. Давайте наберем 1000 лайков, чтобы вышла новая серия. Вам не сложно, мне приятно. Дорогие мои, в этой серии мы будем, сразу же говорю, отвечать на репорт и помогать нашим игрокам в раннее-раннее утро. Опять время 8 утра. Опять я снимаю. Пристегните самого дорогого. Пристегнитесь сами, хорошая реклама. Ну, я желаю вам приятного просмотра. А кто кушает, приятного аппетита. И кто на толчке, тоже вам. Сами поняли, что. Бам-бам! Чувак говорит: Виталий, ты тут? Надоел? Иди ты. Го. Что? Я просто стою и молчу. Ты... Еще и бьет меня. За что? Еще один приехал и говорит: я чпокал эти читы. Вы че сегодня, ё-моё? Ну блин, а так все хорошо начиналось, а ты оказался читером. Пока. Оу, турбомопед! Ребята, смотри! Нифига себе! Обалдеть! Ни хрена себе, я уехал, обалдетушки. Я тебя в YouTube видел, подписался, лучший. Вы чё, ё-моё, круче Димас ты. Ну, не знаю, спасибо, каждый ютубер по-своему хорош, я не такой, нет. Виталий, ты такой плохой! Вот такой, вот такой вот я плохой. А у него уже мут за оскорбление админов. Давайте посмотрим его статистику, вот, чтобы вы знали. Первый уровень. Я думаю, какой он глист? Какой он худой? Это кто? Ты кто, друг? А, ты не друг, я забыл. Давай, до свидания. Оу, 64-й, вот это уже, я думаю, что бан. Третий уровень, иди сюда. Иди сюда, вот это уже бан. Бам! Улетела в бан по форме, доигралась, пошла вон с нашего сервера. Мы здесь таких не уважаем. Ладно, пора этот репорт делать, ё-моё, 172-й летает на машине, говорят. Ну, давайте посмотрим. А-а-а, вот чепуха. Обалдеть, Виталий, он читак. Да зачем он меня палит? Вот он ненормальный. Зачем он меня палит? Вот зачем? Вот 690. А, ну да, 104, а, 4-й левел. Нифига себе. А зачем читерить? Иди сюда, друг. Иди сюда. Иди сюда. Слэп 172 сказал, иди сюда, не беси меня, на. Где этот чепуха? Где этот? Вот он. Как он пропал? Иди сюда, 172, иди, я к тебе, значит, приду, ё-моё. Здравствуйте. 4-й левел и читерит. Аккаунт. Не жалко? Аккаунт не жалко? 4-й левел. Я в ютубе. Ты в бане. Чуть не ругнулся я. Чит, простите. Блин, почему простите? За что я тебя должен простить? Мне по барабану, вот честно, на тебя то, что ты читеришь. Да, это нехорошо. Просто не читери. Не надо извиняться, ё-моё. Ты сам это делаешь. Что за бред? Извините. Что я скажу? Ну да. Простите, я вас прощаю. У вас наказания вообще не будет, ё-моё. Примерно это так должно быть, да? Кто ДМ-то? Антошка, пошли копать картошку. Антошка, та-та-та-та-та-та-та. А чё тут не? А, 751 чит. Да вроде не читер он, ё-моё. Так, помогите, в текстуре застрял. 356-й, дружище. Конечно, я рано-рано утром хочу тебе помочь. И рано-рано утром хочу тебе помочь. А, слэп, а чё вот я с тобой сделаю? 36. ГХ 36. А, ну примерно он вот здесь и застрял. Да. И его нужно как-то в автосалон. 497-й получится?
А, нет, это не тот автосалон. Ё-моё, теперь придется работать пальцами, тыкать, тыкать, тыкать. А он на низком автосалоне. Мы его отправим вот сюда, куда-нибудь. А какой у него ID? 36. Иди сюда, друг. Вот, я тебя спа... Я тебе помог? Читеры, читеры, аевкины читы, ё-моё. Так, репорт новый берем, помогите, 698, что у вас случилось? Быстрее, 698, залетаем. Опа, что помочь, что вам помочь, ё-моё, вы продаете тачечку, во, все, 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 хорошо, замечательно, отлично, репорт, я застрял, 32 ID, давайте мы ему тебе быстренько поможем, бам-бам-бам, 32 ID уже... О, фуру таранит. Сейчас ты у меня получишь. Эх, не надо таранить, а то банчик получишь, если ты мешаешь. Уже все, да, и то, что ты фуру сбивал сейчас, это все, да. Представьте, он сейчас таранил фуру и резко. Тут ему написали, по вашим жалобе работает администратор Виталий Старк. И он такой, а я машину тараню. Примерно это было так, вот 100%. Ну ладно. Так, help, 28 ID. Что у вас случилось, 28 ID? Вроде бы все хорошо. Ну как, почти все хорошо. 28, давайте мы тебя вот так высадим отсюда. Сяп. Да не за что. 403, быстренько. 403, давайте, давайте, давайте. Адик катается, вроде у него все хорошо. Что ему, помогите. 489 тоже что-то там... У него случился... Ну, он как-то сюда залетел. Вот гонщики-то, ё-моё. Вот гонщики-то. Обалдеть, обалдеть. Все, живите приятной игры вам. Помогите, игру тоже прошу. Да ёперный городовой. Вы что все тараните друг друга? Играйте спокойненько. Так, ну здесь тогда придется вот так вот. Так. В get 574. И все, получается, помог, отлично. Репорт, помогите ПЖ, 75-му тоже нужна помощь, быстренько давайте. Помогите, ну что помочь, в банкомат залезть, ё-моё, это вам конкансация, это вам в Сбербанк, сорян, все уже. Помогите, 589-й застрял в текстуре, что вам сделать, я могу вас только заспавнить, спаун 589-й баг. Бабам! Больше так не делайте. Репорт, помогите. 628. Сейчас посмотрим. 628. Да ё-моё, АФ-ки, АФ-ки, АФ-ки. Читеры, читеры, читеры. Ну, ваша машина плавает. Отстаньте вы от нее. Если вы не плавать не хотите, дайте машины поплавать. Давайте. 576. Да не прыгайте, я вижу, ё-моё. Только забегите куда-нибудь, давайте, быстрее. Быстрее, зарядочку. С утра быстрее еще. Времени нету, людей много, кого надо спасать. Нафиг. Чё? Где? Вон ваша машина. До свидания. Не за что. Подпрыгните и заберете ее. Я думаю, заодно подрастете. Машина вообще ваша пропала. Что, админ, я слушаю вас, я слушаю, давайте говорите, быстрее соображайте, формулируйте правильно свою речь, ставьте, поставьте красиво и скажите очень невнятно и коротко, чтобы я понял, возможно, в поле у меня важная информация. Эх, запасаемся едой и погнали. Так, здесь 969 застрял, где твоя машиночка, вон она, 664, давайте мы ее тебе дадим, ну чё ты, давай, давай, быстрее, быстрее. Опа, машину сюда, замечательно, приятной игры, можете дать мое звание, братан, можете в репорт, можете дать мое звание, братан, вот это нормально, самый позитивный был, была жалоба. Помогите, пожалуйста, мой машина застрял, 325-й, куда, вот покатается по оффроду, а потом, ё-моё, доставай их, и где ваша машина застряла, я чуть не пойму, уже все, все нормально. Так, помогите, застрял. Да что вы все застреваете-то? Я не понимаю этого прикола. 34-й.
нет, у него уже все хорошо. Помогите выйти с машины, не могу. Кстати, вот этот распространенный баг, когда человек не может выйти из машины. И с чем это связано, я понять пока что не могу. Их реально, вот они сидят в тачке, и как будто они пристегнулись, и их ремень безопасности просто сломался и не отпускает. И поэтому, да все, забанил уже, забанил за читы, забанил, чуваки. Вот, спавните 31 ID, давайте посмотрим, что там 31 ID спавните. Ой, летит спавн 31. Помощь, давайте, опа, все. А что с тобой, друг? Ой-ой, как что-то с тобой все очень плохо. Ну, у тебя пинг шалит, так что понятно, 825, давайте, 825. На ёперный городовой. Ну, я тебе помог. Можно руку? Конечно, можно. Потом 357, потому что сейчас некогда. Ё-моё, у нас утро. Репорт ползет. Мне нужно помогать нашим игрокам. 776, давайте поможем. 776. Что случилось? Что случилось-то? Спа. А что произошло-то, я не пойму. Спавн 187, помощь. А где 776? Спавн 776, помощь. Я прикола не понял. Я просто не понял, что это произошло. 904 просит помощи. 904. Что, чем вам помочь? Виталя, ты ёперный городовой. Давайте ближе к делу. Пишите, что у вас случилось. Я жду, ну, говорите. Да надо его, ё-моё, надо его забанить уже по IP-адресу. Задолбали они. И все, и молчит. Ну, я слушаю. Вам же написал, что работает администратор по вашей жалобе. Говорите сразу. Ребят, ну время, вот, ё-моё, мы вот так простаиваем. Если у вас какие-то вопросы, может... Я в шоке. Я ждал, вот я сейчас потерял, я бы мог спокойно сейчас сделать около 3 репортов. Пока... И мы ждали, пока что он ответит. Вот пацан не может выйти из машины, мы ему сейчас поможем. Вот, теперь он вышел из машины. Мы бы уже другому помогали. 351 застрял, вот, 351 застрял в машине. Давайте поможем ему сразу. Оп, все нормально. Вы застряли, давайте я слэпну сейчас. Ну вот они куда-то уже едут, все нормально, значит. Так, подкиньте мне, я вылезти не могу. 351, вот, работаю по вашей жалобе. Я за вами сейчас слежу. Давайте я вас подкину. 351, давайте вот так. Опа, все, садитесь в машину, садитесь в тачку. Гоните, все. Теперь вы сможете вылазить. Я застреваю в столбе, помогите. 741, давайте быстренько мы ему поможем. 741, как мы быстро все делаем. О, представляете, какая была бешеная скорость, что они чуть ли не сломали столб, и столб дошел у него до мотора и почти до водительского сидения. Обалдеть. Так, спек за мой ной. 889, давайте посмотрим, чем же 889 нас удивит. Так, 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 понятно, понятно. Я думаю, мы забаним его. Летает, видите? Летает. Его сейчас мы баним по IP, ребята. Я уже себе выписал его IP. Прощай, чепушила! По IP-адресу забанил игрока. По IP-адресу. Вот так вот. Полетела пташечка на Канары, на Нанары. Задолбал, ё-моё. Я не могу, отлично, отлично, да АФ-очки нету, АФ-очки там нету, нету ее, ё-моё, нету ее, посмотри еще раз, нету, 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 ё-моё. Так, мы неплохо так работаем, полиция просто хочет посадить меня, как бы я ему даже ничего не подскажу, потому что он должен иметь доказательства, ну типа, че вот, его садят, он скрывается... Ночные звезды, 410-й, давайте посмотрим 410-го, опять АЕФ-ку он подал новую. Давай, бам, все заблокировал, да надо его по IP забанить уже, ё-моё, помогите, 90-й ID, просто я уже обалдеваю, как с утра суета, суета, куча вопросов, вот, спасатель, вот он.
тебя будет читерить этот спасатель людей, да? Я так понимаю. О, 744-й. Я так и знал. Закиньте денег и выпущу вас. А зачем ему денег, если он читерит? Вот я не понимаю, вот для чего. Эспермбан 744 чит. До свидания, денег он захотел. Обнаглел что ли? Обнаглел? 842. Обнаглел что ли? Я в шоке. Еще 352 меня немножечко напрягает. Почему он раздетый здесь ходит? И у него античит, на него ругается. Ребята, я реп написал. Молодец, красавчик. Его забанили, спасли. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И что смешного? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я тут, откуда? А, значит, у него баг. Спаван, давайте 352. Помощь. Опа. Все, мы ему помогли. Виталий Старк, пожалуйста, привил именно скрин с тобой, умоляю. Все, ребята, на сегодня хватит. Я его отпустил, а он читерит. Твою налево, а? Я его отпустил, а он читерит. Иди сюда! Попался, значит, дружище. Иди сюда, сказал. Эсперм. Бан. 352. Чит, это я. До свидания. Это я. Головка от патефона, пока!